Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. В четверг в Самарской области пасмурно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, температура днем плюс 4, плюс 6, ночью плюс 1, плюс 3 градуса. Ветер северной скорость 2-4 метра в секунду, повышенное атмосферное давление. В Сызрани пасмурное небо, возможен дождь. Днем плюс 6, в темное время суток плюс 3 градуса, северный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти тучи и дождь, днем плюс 5, ночью 3 градуса выше 0, северный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой дождь. В дневное время плюс 5, ночью 2 градуса выше 0. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 79%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.